Добрый день, Марк. Добрый день. Мечтала, честно говоря, с вами поговорить, потому что я знаю, что вот этот разговор нужно было именно с вами провести. А конкретно, знаете, вот возникающее постоянно уже в последние дни сравнение России и фашистской Германии 30-х. Я напомню, кто, может быть, читал, кто-то не читал, вот это знаменитое эссе Умберто Эко о вечный фашизм, где он изложил там 14 признаков фашизма. Есть и другие авторы, которые тоже более или менее, так сказать, в похожей парадигме это излагали. И в итоге получается по всему, что Россия сегодня заканчивает фашизацию своей страны. Почему так получилось, что те, кто прошел Вторую мировую, те, кто водрузил знамя над Рейхстагом, в конечном итоге пришли к такому плачевному результату. Понятно. Вы задали, на мой взгляд, два вопроса. Они связаны, но их два вопроса. Я постараюсь не забыть второй, но начну отвечать с первого. На мой взгляд, фашизм после Второй мировой войны – это слово во всем мире, тем более в Европе, тем более в нашей когда-то общей стране, Советском Союзе, это слово стало ругательством. Фашисты называют плохого человека, жестокого человека, вот он там собаку убил, вот ударил бродячего, говорят, что ж ты фашист делаешь. Если в этом смысле, то да, конечно, можно ругаться и обзываться. Но поскольку мы с вами явно собираемся говорить в другом ключе и говорить о фашизме как определенном социально-культурном явлении, социально-политическом явлении, между прочим, социокультурном, то, на мой взгляд, никакого фашизма и близко в современной России нет. Если искать исторические параллели, то, на мой взгляд, современная путинская Россия – это типичная латиноамериканская, южноамериканская банановая республика с диктатором во главе, с хунтой во главе середины 20 века. По всем параметрам. Главной частью экономики является продажа бананов. Ну, для России это продажа нефти, а теперь это продажа леса китайцам. Главный фактор экономического успеха государства – цены на бананы. Ну, в данном случае цены на углеводороды. А вся добыча, вся выручка от продажи этих бананов попадает буквально двум-трем диктаторам. Диктаторы его ближайшее окружение, и они, значит, гнобят свое население, заставляя его работать на плантации. Почему это не фашизм? По всем понятиям. Фашизм, как я знаю, есть много определений, есть мое определение. Мое определение фашизма – это муравейник, запятая, охваченный великой идеей. Вот что такое фашизм. Это муравейник, там нету людей, там нету граждан, там ценность это отдельного муравья нулевая, все подчинено интересам общего муравейника, но в отличие от муравьев и пчел с осами, фашистский муравейник охвачен некой великой идеей, неким проектом будущего, да, бредовым, бесчеловечным, преступным, но проектом будущего. Проект будущего был у коммунистов там, Ленина, Троцкого и Сталина. А проект будущего для Великой Германии был у нацистов и Гитлера. А в России путинской нет никакого проекта будущего. О нем просто никто не хочет даже задумываться. Если о чем-то и говорят, говорят всегда только о великом прошлом. Причем это, ну вы же помните, еще до всей этой войны доходило до создания фанерного Рейхстага и инсценировки штурма фанерного Рейхстага и прочих безумных каких-то вещей. Ну да, вечная реконструкция. Вечная реконструкция, бесконечные парады победы, которые Путин принимает, сидя на табуреточке, что вообще выходит и так далее. Нету никакого проекта будущего. Даже смешно говорить о наличии какой-то воодушевляющей идеи. А 20 лет вся путинская пропаганда занималась не внедрением идеи, в отличие от сталинской пропаганды, ленинской пропаганды, гитлеровской пропаганды. Все, что они делали 20 лет на своем поганом телевизоре, если мы сейчас пытаемся вспомнить, они просто работали на понижение. Совершенно дебильные ток-шоу, дебильные шутки, дебилоидные звуки, которые называются поп-музыка и так далее. Все, что только в сторону понижения, никакой идеи. Соответственно, никакой нету партии, которую можно вот называть партией, и, собственно, нету никакого вождя, которого кто-то любит. Ну, всем же понятно, что все это дело держится на том, что Путин своему ближайшему окружению позволил стать миллиардерами, ну и плюс на жесточайшем терроре, который уже там еще, опять же, до этой войны уже дело дошло до повсеместного пыточного следствия, до этих самых ОМОНов, так называемых космонавтов на площадях и так далее. Типичная латиноамериканская диктатура,
читайте Маркеса, Борхеса, все там об этом очень красиво и ужасно написано. Поэтому из сравнения, я уже много раз это повторял за последнюю неделю, сравнение Путина с Гитлером оскорбительно для Гитлера. Простите вы меня, при Гитлере дороги появились, и заводы появились, аж какой был прогресс научно-технический, это я вам могу рассказывать как инженер очень долго. Нет, это совсем другое явление. Второй же ваш вопрос, я все-таки не забыл, как эта Россия до такого дошла, но здесь-то все очень даже понятно. Потому что фашистская, нацистская диктатура в Германии была разгромлена, страна принуждена к безоговорочной капитуляции, 4 года их воспитывали, с 45 по 49. В 49-м разрешили немцам создать свое государство, ну, была ликвидирована оккупация юридически, где во главе поставили людей, которые когда-то боролись против нацизма, между прочим. И вот так вот они оттуда выкарабкались. Заметьте, 12 лет было всего-то гитлеровской диктатуры, 12 с 33 по 45, и потом 4 года перевоспитания. В России было 70 лет коммунистической диктатуры, заметим, так же, как и в Украине, и потом ни одного года перевоспитания. Поэтому вся вот эта, как говорится, гной ушел вовнутрь. Весь гной ушел вовнутрь, и, соответственно, Россия, ну, постсоветская Россия, поздний совок постсоветской России была готова к тому, чтобы какая-то мерзость там возродилась, что-то там выросло в этом, простите меня, гнойном очаге. Ну вот выросла такая латиноамериканская диктатура. Я, ну, позволю себе, Рубка, у вас спросить. Смотрите, латиноамериканские диктатуры, они редко ведут захватнические войны. Как правило, они занимаются тем, что внутри страны находится. А вот эти амбиции о там, о расширении империи, о том, чтобы захватывать соседние страны, о том, чтобы вести новые... Это же не первая война, которая за последние 10 лет ведет Россия. Вот тут вот вы не... Как вы можете объяснить это различие? Во-первых, вы совершенно правы, вы очень правильно меня... поправили. Да, действительно, в этом смысле сравнение с латиноамериканскими диктатурами, ну, между прочим, даже они пытались. Вообще говоря, аргентинская хунта навернулась на... То есть, аргентинская хунта загнала себя в разгром и поражение, когда она устроила Фолклендскую войну. Была чудовищная диктатура, все советские люди знали про Пиночет и чилийскую хунту, но никто не знал про аргентинскую хунту. По секрету вам скажу, потому что Брежнев покупал у них зерно и мороженое мясо. Поэтому про чилийскую диктатуру знали все, про аргентинскую хунту чудовищную, 30 тысяч жертв, не знал никто. Но им стало мало, а дальше, имея место полное совпадение, дальше им стало мало, они решили, что мы захватим эти маленькие островочки в Великобритании, потерпели сокрушительное военное поражение, которое привело к крушению хунты. Сразу же отвечая на ваш, несомненно, следующий вопрос, именно этого я и жду. Ну, не я один, я думаю, еще несколько десятков миллионов людей во всем мире ждут того же самого. Что военное поражение Путина в Украине, за каковое поражение вот в эту минуту воюют бойцы украинской армии, и приведет к крушению режима. Ну, по крайней мере, такая вероятность не исключена. Ну, а что касается, значит, возвращаясь к России, ну, здесь действительно вот эта имперская, вот эта имперская чесотка постоянного расширения территории, ну, да, действительно, она зашита в менталитете. Ну, что там говорить. Ну, им было все время мало, они до Порт-Артура дошли, им уже Южно-Китайское море было, ну, мало было от Варшавы, даже еще Варшава была в империи. Аж до Порт-Артура. Да, такая вещь заложена. И, конечно же, путинская пропаганда на этом 20 лет работала. То есть там, кроме огромного количества коррупционеров и просто воров, к сожалению, они наняли за деньги и умных людей, профессионально понимающих социальную психологию, массовую психологию. И вот на этом они действительно поигрались. Эффект ошеломляющий. Ну, все хором говорят, я звоню к себе, к своим знакомым, которые имели несчастье еще остаться в Самаре. Я каждый день читаю несколько тысяч комментов на моем канале, баню ботов. Ну, то есть я понимаю, о чем они говорят, я понимаю это настроение. Ну, там какой-то, там массовый психоз такого масштаба, который, наверное, еще будет много десятилетий изучать. По-моему, такого не было. Да при товарище Сталине такого психоза не было, как у них сейчас.
Еще одна деталь – это создание фильтрационных лагерей. Смотрите, они обманным путем сейчас вывезли несколько тысяч из Мариуполя в Ростов, mm-hmm. и там собираются создавать фильтрационные лагеря. Это тоже, кстати, один из вот, признаков, да, вот этого вот то ли латиноамериканское, то ли фашистского государства. И я хочу вас спросить. Совершенно понятно, что Россия сама требует денацификации, разоружения, демилитаризации и так да. далее. В связи с этим вопрос очень простой, на который мне никто не может ответить. Ответил Гарри Каспаров, но он интересно ответил. Потом скажу, что он сказал. Почему сегодня на Западе нет политических лидеров уровня, там, я не знаю, Меркель, Деголя, Черчилля, людей, которые могут, как вот знаете, принято говорить у молодежи, поставить корпус, которые могут принимать жесткие решения в геополитике. Почему вот, вот эти постоянные разговоры? Да, конечно, да, но нет. Знаете, вот это все время. Я абсолютно согласен с вами с точки зрения оценки ситуации. Да, действительно, сейчас на Западе нет ни одного политического лидера, который бы хоть как-то приближался к уровню Маргарет Тэтчер. Это же именно она тогда победила mm-hmm. в войне, которая повела к крушению аргентинской кровавой хунты, очень кровавой хунты, ну, там Рейгана и так далее. То есть констатация очевидная. Ответ на этот вопрос действительно ни у кого однозначного нет. Но это просто главное. Я всегда считал и продолжаю считать, что Путин – это следствие. Причина – это вот это вот моральное разложение, так что ли назовем, моральное разложение, вот это политическая импотенция Запада. А Путин с его амбициями и даже войной, которую он посмел развязать, это следствие. Я абсолютно убежден, что был бы сейчас там, в Вашингтоне, лидер масштаба Рейгана, Путин бы ходил аккуратненько и ровненько. Как, между прочим, ходил Михаил Сергеевич Горбачев из той же партии выросший. Хотя, конечно, это разные люди. Здесь я, наверное, зря сравнил Горбачева с этим негодяем. Извиняюсь. Вот. Почему такое произошло? Ну, это не моя профессия. Наверное, все-таки слишком хорошо жили. Два поколения, выросших в обстановке вот этого необузданного потребительства, ни одной войны, ни одной серьезной проблемы. Главное у них сейчас проблема, как он себя идентифицирует, ходить ли ему в туалет для мальчиков, или ему ходить в туалет для девочек. Вот эта вся вот эта вот бредятина, вот эта вся бредятина, это воспитание уже начиная с того, что даже ребенка никогда, значит, его любой каприз должен удовлетворяться и так далее, и так далее. Вот я привел пример с ребенком мелочный, но он говорит о том, как вырастало два поколения. А поэтому, когда перед ними появляется перспектива того, что надо напрягаться, и не так напрягаться, как напрягались там англичане в 40-м году под бомбами, а хотя бы напрячься и заплатить на $3 дороже на бензозаправке, а может быть даже одну или две недели готовить еду на электроплитке, в конце-то концов, хотя я думаю, что это и не потребуется, огромное количество газовых терминалов, Европа вполне может обеспечить любого бюргера газом на его газовую, значит, на кухне. Итак, но может быть, две недели придется готовить на электроплитке. Нет, это немыслимо, это немыслимо. И чтобы так себя не огорчать, они готовы просто закрывать глаза. Просто закрывать глаза. Такая проблема есть, она глобальная. Я не исключаю, что, как-то пафосно сейчас я скажу, но Украина своей кровью и страданиями сейчас переломит эту ситуацию в большом глобальном масштабе, хотя, конечно, никому от этого не легче. Да, в Украине ситуация драматическая и трагическая, и потери такие, что, Марк, вам не передать. Я хочу... Я на Украине нахожусь, мне не надо передавать. С народом все понятно, как вы говорите. Там абсолютно так сказать, масса зазомбированных людей. Ну вот с элиткой что? Смотрите, ведь если по-честному, эти люди давно уже все не русские. Они все давно живут там в Лондонах, в Израиле, еще где-то. Их дети тоже учатся в лучших университетах мира. Их банки, как, например, там банк интеллигентного человека Фридмана находится там вообще там в других местах. И они не подписывались на все это.
И вдруг происходит, они были уверены, что будет так всегда. Быдлу будет рассказывать Соловьев, как обстоят дела, а они будут сходить на хорошие концерты в Лондоне, в Париже и еще где-то. Но вот тут так случилось, что Бог сбрил бороду, и, которую они думали, что они схватили, понимаете? Схватили, да. И начался какой-то для них ад. Не просто там забрали яхты, если бы только речь шла о яхтах. Блокируют счета, национализируют имущество, из них сделали изгоев. И это только начало. Как будет, с вашей точки зрения, ну давайте попробуем спрогнозировать, как будет элита на это реагировать? Может ли быть такое? Вы же помните, что в Российской империи все большие изменения происходили после решения спецслужб. Неважно каких, да? Кого-то придушили, кого-то удушили, кому-то пирожные не те привезли и так далее. Мы помним, да, эти истории? Да, да. Готова ли российская элита сегодня привезти ему не тех пирожных, образно говоря? Во-первых, тот из умных публицистов сказал, это не я придумал эту замечательную формулировку, элитные породы скота. Это не элита, это элитные породы скота. Я их называю элитка такая. Вот. А это красивое определение еще и очень содержательное. Оно говорит о том, откуда они взялись. Понимаете, о чем мы говорим? Какая российские дворяне, которые устроили декабристы, значит, восстание декабристов или там какие-то следующие события? Это были, ну, понятно, люди, которые выросли в определенной среде, в каком-то уже поколении. Герои войны 1812 года. Герои войны 1812 года с каким-то пониманием, представлением о том, что есть честь, там офицер, то, сё. Ну, хоть это были тоже достаточно, прямо скажем, кривоватые представления по современному нашему взгляду, но хоть и были какие-то представления. Это элитные породы скота. Это что такое? Это бывшие комсомольские секретари, той самой мерзость, которая туда шла, лезла. Это в значительной степени просто криминал. Из чего она собралась, путинская элита? Ну и плюс те самые чекисты. То есть люди, ну, профессиональная работа, которая заключается в том, чтобы спекулировать на худших чертах человеческой натуры, выявлять эти черты наихудшие и их использовать. Профессиональные садисты. Да, я бы сказал, что это профессиональные растлители, если мы хотим красивые термины. Вот, поэтому, конечно же, поэтому такие они. Сейчас у них, конечно, настроение плохое. Я не имею ни малейшего инсайда, но нетрудно догадаться все, что вы перечислили. Они совершенно не для этого подписывались. Конечно, они свою жизнь мыслили по-другому. А способны ли они на что-то, это вопрос, который интересует всех. Я не хочу присоединяться к большому перечню наблюдателей, которые высказывают свои прогнозы. У меня нету по этому поводу никакого прогноза. Я с ними никогда, вы понимаете, у меня нет никакого опыта личного общения с этой публикой. Понятно, что они крайне огорчены. Можно предположить, что сейчас у них в голове простая схема. Но то, что нельзя купить за миллион, можно купить за миллиард. Ну, в конце концов, нежели мы не можем купить кого-то, кто спустится в бункер и его оттуда вытащит. Вот та мысль, которая не могла им не прийти в голову. На этом я прекращаю свои дозволенные речи и не буду рассуждать о том, чего не знаю. Ну, по крайней мере, наша совесть чиста, мы хотя бы намекнули. С вашей точки зрения, будет ли меняться существенно позиция Запада? Потому что все-таки вот это вот детское прятание голову в песок, что мы не... Во-первых, такого человека, как Путин, мне кажется, только заводит ежедневная мантра про то, что война не должна перейти там, на территорию Западной Европы, война не должна перейти на территорию Соединенных Штатов. Мне кажется, он понимает, что его боятся, раз так говорят. Ну, может быть, я ошибаюсь. Уже меняются. Понимаете, в чем дело? Позиция Запада уже, безусловно, меняется. Если мы вспомним, как отреагировал Запад в 2014 году на аннексию Крыма и войну в Донбассе, как он отреагировал сейчас, ну, мы видим просто колоссальную, колоссальную качественную разницу. Я не исключаю, что она будет меняться. А вопрос, ну, для меня и, кстати, думаю, для других людей стоит в том, что мы можем сделать, чтобы она менялась. Даже я на своей кухне что-то делаю, что-то мои друзья делают. Мы сейчас вот в Америке запустили
Она реально идет, там уже где-то 10 тысяч писем конгрессменам пишут американские избиратели с требованием передать эти злосчастные МиГ-29 Украине и так далее. То есть давление имеет место, оно имеет место. По всем опросам Соединенных Штатов порядка 87% опрошенных говорят за то, что надо предоставить Украине любую возможную военную помощь. Это феноменальный результат для демократической страны, чтобы 85-87% населения думали одинаково. А все-таки механизмы работают. Все-таки механизмы, я имею в виду избиратель, конгресс, президент. Если все приводные ремни, как сказал бы товарищ Ленин, работают. Сейчас, конечно же, еще раз повторяю, не было бы такого Запада, не появилось бы Путина. Не было бы такого конкретно и персонально президента, как Байден, не было бы этой войны. Это мое твердое убеждение. Однако даже этот Байден, который явно, ну, если вы помните, я думаю, вы хорошо помните первый день войны, вечер 24-го, когда Байден выступал в 9 вечера, все с нетерпением ждали это выступление. Угу. Я прекрасно помню, появился дедушка Байден и сказал, ну, конечно, путинские войска окружат Киев, но украинский народ, значит, будет там нести свое знамя. Ну, хрен себе, ничего не окружили. Потом дедушка Байден говорил про то, что, конечно же, путинские войска и дальше будут углубляться в Украину. Да, буквально, мы не знаем, как далеко они зайдут в Украину, но украинский народ, ну, никуда они что-то за последние 3 недели далеко и не зашли. То есть Байден, дедушка, конечно же, был готов просто все сдать, но под мощнейшим давлением со стороны общественности, там, партии, конгресса и так далее, уже многое сделано. Но тоже не надо отрицать, все-таки уже противотанковые вооружения идут тысячами, если не более чем десятками. Изменилась позиция европейских лидеров. Изменилась, очень сильно изменилась Шольц позиция. Шольц как изменил свою позицию. И даже бывшие друзья Путина изменили свою позицию. Типа, избавились мы от Меркель. Появилось другое руководство в Германии, ну, Англия тем более. Вообще, по-моему, Джонсон собирается прилететь, пока были такие сегодня сообщения, что он собирается прилететь в Киев. Это круто. Это круто, прилететь в Киев, где в 15 километрах окружной дороги стоят эти орки. Это серьезно. Я бы уже вспомнил Черчилля, который приехал на Нормандский берег. Но не в первый день высадки. Тем не менее, он туда приехал, и с фотографии, как он толстый, бредет по воде, по колено в воде. Вот. Поэтому, конечно, изменения происходят. Очень важно, и не надо забывать, это то, что появилась новая, как я ее называю, молодая Европа. Вот это Польша, Чехия, Словакия, вот этот пояс стран бывшего советского блока, которые очень хорошо понимают, что к ним идет, каковы масштаб угрозы, которые еще не успели так зажраться и разложиться. Ну, Польша, ну что говорит, ну, Польша помогает всем, что только можно, и постоянно толкает своих партнеров по ЕС и по НАТО. Опять же, если я не путаю, сегодня... Украинцы считал, очень благодарны полякам. Они спасли миллионы жизней. Да, это правда. Есть за что. Сейчас Польша вносит очередные там усилия, чтобы сегодня инициативы, что ввести полное эмбарго вообще, то есть просто перекрыть дороги, поставить на дорогах, ведущих в Украину, большой шлагбаум. Поэтому молодая Европа ведет себя совершенно по-другому. Но Квасневский уже с президентом Чехии и Словении уже в Киев прилетал, что тоже приезжал, неважно. Поэтому я еще раз повторяю, очень страшной ценой для украинского народа, но, похоже, Запад начинает просыпаться. Что же касается того, что нам, конечно, с вами хотелось, чтобы он проснулся вечером 24-го, я понимаю. Но давайте вспоминать, как было раньше. Финская война, 39-й год, то есть это гигантская империя, это гигантский медведь набрасывается на страну с населением, Финляндия тогда меньше населения сегодняшнего Киева. Война начинается 30 ноября, ну, скажем, 1 декабря. Декабрь Запад жует, извиняюсь, сопли, январь, февраль. И только в марте месяце они уже стали грузить экспедиционный корпус такие. А какие-то там более-менее серьезные поставки вооружения, ну, это, наверное, январь-февраль. А, то есть, если сравнить ситуацию ту и сегодняшнюю, то Запад просыпается быстрее, чем он просыпался зимой 1939-1940 годов. В этом смысле есть основания для аккуратного оптимизма, на мой взгляд.
Марк, интересен феномен Беларуси. Смотрите, а и в России, и в Беларуси сумасшедшие диктаторы, да, и там, и там. Но если в России там абсолютно большинство населения зомбировано, то Беларусь немножко, там, мне кажется, немножко другой эффект. И мы сейчас видим по опросам, 97% не хочет никакой войны и вообще не собираются воевать. Там офицеры, старшие офицеры, насколько я знаю, подают в отставку массово, когда они понимают, что они могут сейчас там быть приведены в состояние боевого готовности. Я думаю, это бацилла имперского шовинизма. Это бацилла имперского величия, которая действительно, она как вот эта бацилла Коха, вот туберкулезная в каждом человеке, говорят, присутствует. А вот эта же бацилла, она присутствовала в России всегда. Путинская банда ее, эту бациллу просто специальными усилиями активировала. Ну, а белорусов, конечно же, так, насколько я помню, никогда такого не было, что никогда еще Белоруссия никого не захватывала, к Южно-Китайскому морю никогда не прорывалась. Поэтому этого там нет. Ну, просто этой бациллы в организме нет. А без этой бациллы, вероятно, зомбировать людей сложно. Ну и потом я готов все-таки предположить, что в зомбирование белорусов Лукашенко не мог вложить столько денег, столько телевизионной картинки, сколько мог вложить Путин при его-то триллионах нефти долларов. Тоже заметим. Давайте с вами представим себе, сделаем небольшую, я ненавижу это слово, но все-таки его произнесу, реконструкцию. Что может быть с Россией в ближайшие, ну там, 5-10 лет? Вот какие сценарии, потому что все равно, мне кажется, что вот этот процесс бацилла распада, она запущена все равно. Вот, ну как это будет происходить? Тоже вопрос, который интересует сейчас всех. Хорошие варианты не просматриваются. Причем должен вам сказать, что лично для меня это вопрос, очень такой жизненный вопрос. Ну, слава богу, мои дети не там, но там остались мои друзья, там знакомые, родственники какой-то в части и так далее. Поэтому я просто думаю об этом в самом практическом смысле. На мой взгляд, вариантов хороших нет. Набор плохих вариантов, наверное, распадается, скажем так, на две группы. Первое – это, ну, собственно, и то, и другое – это переворот. Ну, первое – это переворот, то есть верхушечный переворот. В конце концов, вот эти элитные породы скота, миллиардеры, наймут, все-таки заплатят какому-то генералу или полковнику, или группе молодых старших лейтенантов. Бывает и так. Которые, в конце концов, Путина как политического лидера ликвидируют. Ну, физически убьют или отстранят от власти. Это уже вопрос другой. На него, конечно, свалят все. Объявят его единственным виновником войны, что до некоторой степени есть правда. Под это дело выторгуют у Запада некое смягчение санкций. Но характер режима, как латиноамериканской диктатуры банановая республика середины 20 века, при этом нисколько не изменится. Но в чем позитив? Страна перейдет, Россия, в стадию длительного гниения и распада, но она хотя бы будет распадаться внутри себя, более не выползая за свои, так сказать, границы, что уже есть хорошо. А другой вариант, покровавее вариант, это отстранение Путина от власти, которое в любом случае произведут только его ближайшее там, какое-то окружение, станет толчком, триггером, после которого начнется цепочка потрясений. Эту хунту сместит другая хунта, потом появятся две разные хунты, страна огромная, многонациональная, как мы понимаем, есть некие очаги, где может загореться, и страна начнет распадаться по, ну, как обычно говорят, югославскому сценарию, хотя все эти параллели всегда очень кривоватые, огромная страна, тут все будет по-другому, но страна погрузится в некий кровавый хаос с распадом на отдельные какие-то протогосударства, причем всякого разного свойства. Я не исключаю, что где-то к власти придут какие-то нормальные западные, ну, так, европейские западные ориентированные лидеры, где-то начнется Талибан, а что вы думаете? Где-то начнется самый натуральный исламский фундаментализм со всеми его прелестями.
страна погрузится вот в это все, после чего станет совершенно неспособна гадить окружающим. Но поскольку я сейчас уже окружающий, и мои дети, слава богу, за ее пределами, я могу об этом говорить с неким злорадным удовольствием. При этом я понимаю, что там живут все-таки люди, они тоже люди. И, понимаете, даже 20% от 140 миллионов, простите, у меня это 28 миллионов нормальных людей, абсолютно нормальных людей, разделяющих наши с вами ценности, которые окажутся среди этого кровавого хаоса. Тоже ничего хорошего в этом, честно-то сказать, и нет. Друзья мои, я напоминаю, что это Украина 24. Подписывайтесь, ставьте лайки и смотрите все наши видео. Не могу не задать вам вопрос, который тоже очень много обсуждается и муссируется о том новом прекрасном мире. Вот говорят, что нам нужны новые модели безопасности в мире, и они будут создаваться. Нужны новые экономические модели, и они уже создаются. А нужны другие морально-нравственные ориентиры, потому что, как утверждают еще многие эксперты, вот эта модель гуманизма 20 века, да, она потерпела крах, раз современные люди, молодые люди могут заходить в чужие страны, расстреливать беременных женщин, просто так, вести себя как войска СС. Значит, что-то в этом королевстве не складывается. Поэтому вот каким может быть этот новый прекрасный мир, эта новая прекрасная реальность, или может быть вообще не прекрасная? Вы упорно выталкиваете меня за пределы моей компетенции. Я не философ, не футуролог, не культуролог. Тем не менее, я так по-простецки вам скажу, что представления о том, что такое хорошо и плохо, в общем-то, записаны были в Торе, в Евангелии 2000 лет назад. В общем и целом, так оно все понятно. В более... соответствующим современному миру это записано было в Декларации независимости Соединенных Штатов, Декларации прав человека и гражданина, Великой французской буржуазной революции. Я остаюсь оптимистом и считаю, что лучше ничего придумать просто нельзя. Ушло, да, ушло вот это зажравшее сейчас золотой миллиард от этого дела, значит, отклонилось. Под воздействием трагических событий, мы вообще-то присутствуем при Третьей мировой войне. И под воздействием этих трагических событий, наверное, вернется на правильный путь. Вот, может быть, такие мои совершенно консервативные, такие прям фундаментализмом повеяло, да, вот такие мои рассуждения. Отбились от верного пути, а теперь к нему вернуться. Вот что касается не философии, а модели безопасности. Вы видите, та, которую сконструировали и придумали после Второй мировой войны, она как-то не работает, слабенько работает все же. Она не работает по одной единственной причине, потому что внутри, в заборе выломана одна доска. Среди великих держав, которые должны эту безопасность гарантировать своими усилиями, среди постоянных членов Совета Безопасности, ядерных держав и так далее, оказалась Россия, ныне путинская Россия, которая является главным источником небезопасности, угрозы и агрессии. Вот только поэтому она вся и развалилась. Это послевоенная система безопасности. Опять же, развалилась, потому что Запад долго ничего этого не хотел понимать. Позволю себе маленькое личное воспоминание, крохотное воспоминание. 12 лет назад, в 2010 году, был я в замечательном городе Вашингтоне. Беседовал на чистом русском языке с одним сотрудником Госдепа. Вот он говорит, вы понимаете, Пакистан – это такая угроза, вот Иран, вот Северная Корея там какую-то бомбу делают. Товарищ дорогой, неужели вы не понимаете, что Северная Корея ничего сама сделать не может? Если у нее появляется атомная бомба, потому что ее передали отсюда, из России. Если там чего-то, эти самые иранские аятоллы какие-то делают атомные реакторы или центрифуги, но они же не сами придумали центрифугу. Им ее просто привезли или передали документацию из России. Неужели вы не понимаете, что эти все угрозы, которые вы сейчас перечислили, это тень. Это тень, которую отбрасывает Россия. Меня слышал, у него прекрасный русский язык. Проблема была не в языке. Он меня смотрел как на полного идиота, который произносит какие-то непонятные слова. И все время говорил мне, холодная война же закончилась. Вы что, не заметили? Холодная война же закончилась. Нет же Советского Союза, нету больше Политбюро. Какие могут быть угрозы из Москвы? Там, ну, там строится демократия. Вот пока еще не достроили.
Я думаю, что сегодня, я надеюсь и даже думаю, что сегодня в Вашингтоне уже нельзя найти ни одного серьезного человека, эксперта, там, сотрудника Госдепа и так далее, который бы вот эти вот глупости произносил. Надеюсь, они уже потихонечку поняли, какую они допустили страшную ошибку, когда позволили на развалинах Советского Союза, причем, заметьте, ситуация, я-то ее очень хорошо помню, когда в Москве, в России были демократически настроены люди, молодежь, лидеры, когда при минимальной помощи со стороны Запада, минимальной помощи можно было помочь и направить движение этой страны по тому пути, по которому пошла, допустим, та же Польша, которую мы упоминали, та же Чехия и так далее. Они это все дело профукали, очень мягко говоря. Опять же, я думаю, что после того, что происходит сегодня, этот урок может быть, так сказать, воспринят и выучен. Ну и уже, пожалуй, в финале вопрос по вашей специальности. Смотрите, история – это же не просто наука. История – это наука все-таки с философским подтекстом. Все, кто усвоил ее уроки, свою жизнь делают максимально комфортной. Все, кто не усвоил, ходят, как слепые лошади по кругу, и опять повторяют одни и те же ошибки. Почему так происходит в целом, что человечество не способно усвоить уроки истории? Вот с вашей точки зрения. Ну, история – ремесло, на мой взгляд, но суть не в этом. Дело в том, что, если я не путаю, ни один Нобелевский лауреат по нормальной науке еще нигде не был президентом. Был аргентинский писатель, сейчас ошибусь, с фамилией, который был президентом, но у него была Нобелевка все-таки по литературе. Вот, поэтому управляют не самые образованные люди. Я вполне допускаю, что политические лидеры, те, которые есть сейчас и были раньше, вообще не очень хорошо в школе учились, если уж на то пошло. Но еще раз, дело не в этом. Дело в том, что все-таки демократические механизмы, придуманные, выстраданные, созданные, они существуют и они работают. Поэтому этот маятник может отклониться, он сильно отклонился, но есть очень серьезные основания, силы, которые вернут его в нормальное состояние. В историю никто не хотел учить в школе, но просто сейчас, глядя, нам с вами достаточно посмотреть в окно, им достаточно посмотреть на сводки и на экран монитора, и я думаю, что этот урок будет усвоен. Еще раз, очень печально, что именно Украина не самая богатая страна на свете, должна сейчас кровью своих защитников эти уроки им читать. Спасибо большое, друзья. С нами был легендарный историк Марк Солонин. Спасибо большое, Марк, что вы сегодня были с нами. Ну что ж, всего доброго, спасибо. Да, думаем и держим кулаки за победу Украины. Это сегодня важно для всего мира. Спасибо большое.